Ребята, разнастройки максимальные, разрешение 2К, игра Armored Warfare или Armata просто. Посмотрим, что у нас получится из этого. Какой даст FPS. Карта 1660 Ti. Интересно, конечно, вообще разрешение совсем другое, монитор вообще интересный монитор, однозначно достаточно, картинка очень-очень приятна, в отличие от, допустим, того же LG. Мне картинка не очень нравится, здесь как бы поинтереснее черный свет и вообще цветовая гамма более такая богатая, это можно сказать. Хотя LG тоже, в принципе, по цветам был неплох. Ну почему, он рядом, он стоит с левой стороны от меня. Все завелось без проблем. Я в этот монитор Philips 27 дюймов 2K подсоединил через DisplayPort кабель. А второй монитор у меня подсоединен по кабелю HDMI. Посмотрим. Опа. 60 FPS. Видеопамяти 2,3. 2,5. Оперативки 6,2. То есть 2К разрешение. Удивительно, вы знаете, я думал, что в 2К разрешение повлечет за собой большее число, больше затрат, более затратно для видеопамяти. Вы знаете, пока я это не увидел ничего. Но картинка такая, интересная очень. Кутузов сольется. Светят нас. Ух ты! Ребята, нас потихонечку щелкают. Надо сваливать, а то сейчас накидают таких люлей. Ох, меня уже. Но, видимо, он не знает, что... Ребята, тут, к сожалению, я тут... Вижу противника. Вижу цель. Мы тут потихонечку ведем, я так понимаю. 60 FPS, 2K разрешение. Не самая оптимизированная, скажу честно, игра. Ух ты! А это больно. Зараза ты конченая, ты смотри. По мне два раза помог. А я ни разу его. Боюсь, что там остались у нас одни боты, а здесь как бы нормальные игроки.
пойти к своим, что ли, туда. Что они сейчас меня вдвоем расстреляют, по-моему, француз, вумен. Вижу противника. Вижу цель. Ну давайте, чё вы, козлы, ну. Вот зараза, не хватило у меня ХП. Блин, у меня тоже перезарядка неплохая. Вот мой барабан до одного места, блин. Подсветил меня. Ну что вы, ребята, ну что же вы делаете? Блин. Ребята, что я хочу сказать? Значит, смотрите. Видеопамяти всего 2,6 гигабайта. Оперативки 6,3. Это 2К разрешения. Ну отлично. Если я честно, я думал, что будет и больше оперативки жрать 2К разрешения, естественно, больше видеопамяти. Интересно вообще, интересное наблюдение, откровенно, тут я немножко увлекся боя, простите. Что, видеокарта греется 64 градуса, прогрелась, процессор центральный 50 градусов, в принципе, очень даже неплохо. Ну давай, стреляй ты, чучундра! По-моему, это бот какой-то. Лезет туда вперед, сюда зад вперед, как идиот. Ну давай ты, зараза ты. Это все боты остались, как тупые дебилы. Остапенко 2004. Остапенко, нашу базу берут, Остапенко. Да, боюсь, что это боты. Вот они едут чисто вот туда, вот в сторону нашей базы. Клювы повернули и больше ничего. Удивительно, ребята. Скажу честно, поразительно. Я совсем ожидал, скажу честно, что я думал, что видеопамяти потребление значительно возрастет. Но оно не возросло. Чувствуется ли, вот, допустим, в игре Армата разрешение 2К? Однозначно, да. Чувствуется ли в танках разрешение 2К? Однозначно да. Вот Need for Speed Heat, я это вообще что-то не почувствовал. На удивление. Ну наших больше, наши берут базы, наверное, наши. Опа. Те ушли из захвата. Я думаю, что просто они, скорее всего, если эти боты идиотские, если они будут сидеть на базе, то в принципе это будет победа наша. Наши те вряд ли успеют. А нет, уже стреляют. Да. Нащелкивают уже. По ботам. Все, зафигачили. В общем, ребята. Такое дело, к сожалению, игроки нашей команды показали себя не очень хорошо. Я себя тоже показал не лучшим образом. Ну и как бы вообще игра не про это в данном моменте, а именно тестирование решения 2K на мониторе Philips. По-моему, замечательно. По-моему, вообще картинка стала более четкая, более прорисованная. И примерно такого я и ждал. Картинка, откровенно сказать, порадовала. Ну давай, ну. Дебил, ну. Тот подсветит, а эти сейчас будут получать с другой стороны. Ну. Да. Вон этот светит, другой стреляет. Все. Боты есть боты. Ну, конечно. Ха-ха, что ха-ха. Распутин Гриша. Дурак ты, Гриша. Ну что, ребята, я думаю, что для себя мы... Я, например, вынес для себя, вот и конкретно вот из использования разрешения 2К, я вынес для себя, что
формат 2К в некоторых играх, пока не могу сказать для всех игр, не несет за собой расходование большего числа видеопамяти, большего количества видеопамяти. И не несет за собой расходование большего числа оперативной памяти. Тоже. Вот конкретно вот в мир танков и в армате этого не замечено мной. Я думаю, это видео было информативным для вас, интересным. Я надеюсь на это, ребята. Задавайте вопросы, с удовольствием буду отвечать. Что вы хотели увидеть, какие вы еще хотели увидеть тесты на разрешение 2К. Спасибо большое вам за внимание. Всего доброго и до новых встреч.